На Украине новый скандал, связанный с итогами местных выборов. В Одессе милиция завела уголовное дело о возможных фальсификациях при подсчете голосов. Этому предшествовало эмоциональное выступление губернатора Михаила Саакашвили. Он призвал одесситов выйти на акции протеста, добиваться проведения повторного голосования, поскольку это, по его словам, было нечестным. Саакашвили возмутило то, что его протеже с треском проиграл, набрав всего лишь четверть голосов, а больше половины горожан поддержали, по данным ЦИК, действующего главу города Геннадия Труханова, ранее состоявшего в партии регионов. Его избирком в итоге объявил победителем, хотя заполнению протокола пытался помешать спецназ под предлогом, что в здании якобы заложена бомба. За ситуацией в городе следили в Комитете спасения Украины. По мнению его лидеров, выборы одесситов говорят о том, что Киеву так и не удалось подавить оппозиционное настроение на Юго-Востоке. Юго-Восток в целом проголосовал практически в подавляющем своем большинстве против киевского режима. Западная Украина четко выявила свои симпатии к правым националистическим партиям типа «Свобода», «Радикалы» и так далее. Совершенно очевидно. Центр колеблется. Дальнейшее развитие Украины требует федерализации. Учитывая такие серьезные расхождения в идеологиях, в подходах, совершенно очевидно, что Украина нуждается в федерализации.